said in the lace, I used to go many ways. Элла Фицджеральд, Сара Вон и Алла Пугачева. Что может быть между ними общего? Конечно, любовь публики. Именно на это сделали акцент организаторы концерта в усадьбе. На свежем воздухе и классика свежее. Поется на открытом воздухе. В принципе, отлично. Главное, не заболеть. Ну, единственный минус – это ветер может задувать, звуковые волны. Это единственный минус, как бы. А так, как бы, наоборот, на свежем воздухе – open air. Импровизированный экзамен на сцене студенты-солисты сдают перед красногорским слушателем. Публика голосует аплодисментами. На таких бесплатных концертах зрителя не удержишь. Если ему что-то не понравится, кресло тут же опустеет. Да вот только это не тот случай. В Красногорске мы уже не первый раз выступаем. Нам здесь очень нравится. Здесь добрые, потрясающие на самом деле люди. Очень тепло встречают. В общем, здорово. Атмосфера здесь очень приятная. Хороший репертуар при должном исполнении уже полдела. Хиты не зря включили в программу певческого вечера. Они привлекают больше публики и создают настроение. То ли дело джаз, и ему, многогранному, солидному и порой сложному, место на уличной сцене нашлось. Музыка джаз – это вообще музыка для любителей, так как там в джазе вообще не все так просто. Нет просто вот тебе гармонии, вот тебе тональность, три аккорда играет. Там очень много аккордов, разная ритмика, разное голосоведение. И вообще в джазе самое главное – это импровизация. И, как правило, импровизацию люди некоторые вообще не понимают. То есть это скет. Что всякие туби-дуби, даби-даби – это люди вообще иногда не понимают. Этот концерт не первый в таком формате, который устраивает культурный комплекс «Знаменское-Губайлово». Летом здесь же под открытым небом играла живая инструментальная музыка. Теперь вокальный жанр. Он оказался не менее интересен. Публике нравится такой формат. Именно в летний период после работы прийти, послушать легкую джазовую музыку. Это довольно-таки интересно. И тем более в центре города Красногорска. Не надо никуда специально ехать. Ну, то есть это формат очень-очень удобный, и людям это нравится. Не музыкой единой. Настоящей едой собираются угощать красногорцев в усадьбе в следующий раз. Арт-бульвар, именно так называют пешеходную зону, к 23 августа украсят к русскому празднику – Яблочному Спасу. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.